Десятки погибших после катастрофы судна с беженцами у берегов Египта в Средиземном море. На борту находились около 600 человек. По данным египетских военных, принимающих участие в спасательной операции, это были главным образом граждане Судана, Сирии, Сомали, Эритреи и Египта. Поисками выживших также заняты местные рыбаки. Те, кому удалось спастись, оплакивают судьбу погибших родственников. Они плывут на рыбацких лодках. Это все, что у них есть. А потом сами вместе с детьми принимают смерть в море. А контрабандисты прекрасно известны полиции, все поименно. Но полицейские у них на зарплате. Каждый месяц получают от них деньги. Власти считают, что судно затонуло из-за слишком большого количества людей на борту. Лодка дала крен, и пассажиры начали падать в воду. По официальным данным Еврокомиссии, с начала года в ЕС уже перебрались порядка 300 тысяч нелегалов. Как минимум 3 тысячи из них погибли.